В Брестской области с начала текущего года по вине водителей транзитного транспорта уже зарегистрировано 37 дорожных аварий, в результате которых 9 человек погибли и 40 получили травмы различной степени тяжести. Причина тому – нехватка отдыха и сна, что приводит к утомляемости и в итоге сну за рулем. Тогда-то и рушится личное счастье, семьи, а иногда обрывается ниточка человеческой жизни. Причина большинства этих аварий банальна – это усталость после долгой дороги и, как следствие того, сон за рулем. В основном в дорожно-транспортные происшествия на территории нашей области попадают либо граждане Российской Федерации, либо граждане Украины. С чем это связано? Брестская область у нас находится на границе с Республикой Польшей, то есть странами Евросоюза, и на границе с Украиной. Поэтому, возвращаясь со стран Евросоюза, в основном попадают граждане Российской Федерации в аварии, а граждане Украины, они в основном попадают в ДТП, возвращаясь с заработков с России. Как показывает статистика, ДТП чаще всего совершаются в период времени с 4 до 8 утра. Следовательно, водители едут в ночное время и засыпают на ходу движения автомобиля. Вообще, переутомление – это очень опасное состояние, возникающее вследствие долгого отсутствия отдыха организма человека. Основой для возникновения переутомления служит несоответствие продолжительности и тяжести работы и времени отдыха. Кроме того, развитию переутомления могут способствовать неудовлетворительная обстановка труда, неблагоприятные бытовые условия, отсутствие отдыха, плохое питание, психические нагрузки на организм. Переутомление водителя – это естественное состояние организма в ответ на длительное управление транспортным средством. Посчитано, например, что один час вождения в тяжелых таких интенсивном движении приравнивается к 6 часам тяжелого физического труда, а один час вождения при скорости 100 км в час приравнивается к 4 часам тяжелого умственного труда. Специалисты считают, что в случае переутомления единственный лучший способ обезопасить себя – это хорошо выспаться до полного восстановления сил. Хорошо известно, в современном быстром темпе жизни люди не всегда задумываются о значимости нескольких часов отдыха и сна, а ведь именно они могут стоить чьей-то жизни.